Здравствуйте, мы на выставке CPM-2019. Расскажите, пожалуйста, какую компанию вы представляете, чем занимаетесь? Наша компания по производству и продаже верхней одежды. Мы на рынке модной индустрии, в общем, находимся уже с 1994 года, 25 лет. Сначала мы занимались только продажей, но в 2008 году мы открыли первую фабрику по пошиву дубленок. Тогда мы приглашали турецких мастеров, обучали наших. Вот эти мастера у нас, в общем-то, до сих пор работают наши. Затем мы... После того, как внедрили маркировку меховых изделий, мы поняли, что сейчас в России производить выгодно, и мы стали производить норковые шубы. Но поскольку норковые шубы как бы уже рынок не растущий, так мягко сказано, то мы решили дальше перейти уже к производству на растущий рынок. Я знаю, что вы запустили стартап. Расскажите, пожалуйста, подробнее о нем. Да, стартап – это производство по пошиву пуховиков и искусственных шуб. Это то, что сейчас в тренде, то, что растущий рынок. Опять же, в связи с тем, что в декабре этого года вводится маркировка уже текстильных изделий, производить в России становится выгодно. И поэтому мы... можем составить конкуренцию китайским производителям. В общем-то, мы ее уже составили и запустили. Сначала цех мы открыли в Оренбурге. В бизнес-инкубаторе нам дали место. В общем, наше правительство нам очень в этом помогает. А потом мы вот запустили уже стартап, открыли новую компанию ООО «Палета 2.0» в моногороде Ясном, где... вошли в программу ТАСЭР. Сейчас, кстати, вот на этих днях уже решается вопрос вот в Москве Минэконом по включению нас в реестр по программе ТАСЭР. И Российский экспортный центр финансировал нам участие в международной выставке CPM. Наша корпорация развития очень нам помогает. Торгово-промышленная палата, в общем, принимает такое участие активное в нашей деятельности, в становлении нашего вот этого бизнеса, стартапа. Так что спасибо. С их помощью, я надеемся, стартап наш будет удачным. Людмила, спасибо большое. Мы тоже надеемся, что наш рынок станет более экологичным благодаря вам.